Тинькофф Банк и HSBC сейчас встречаются и выясняют, кто сильнее. Тинькофф в желтых майках и HSBC в оранжевых, такие теплые, душевные, летние цвета. Будем надеяться на то, что игра получится такой же яркой. HSBC, у них сегодня результаты очень неплохие. Победа 1-0 над Нордеа и ничья с МТС Банком со счетом 0-0. То есть 4 очка набрано после двух встреч. Очень неплохой результат. Напомню, что это конференция А, и здесь все команды теряют очки. 4 очка. Двух матчах результат хороший. У Тинькофф 4-0. Уверенная победа над Нордеа. Пока 100% результат. 3 из 3. И предстоит Тинькову еще сегодня встреча с Московским кредитным банком. Так что нужно не только сейчас очки набирать, но и позаботиться о том, чтобы силы сохранить на предстоящий поединок против МКБ. Кучкова, здесь Ремнев затолкал. Игра на перехвате, хорошую HSBC. Но там мяч пределы поля все-таки покинул. Терентьев разобрались сейчас по флангам футболисты Тинькофф. Куликов ждал передачи, не дождался. Не надо тебе выводить. Сразу выше. Против Куликова фолят. Первое нарушение правил в матче. Торопитесь, Виталий. Никитос, Виталий под удар. Есть морозка. Два человека в стенке, здесь передача, удар Черемухин, именно ему мяч в руки летел. Но нужно отметить, что это все тоже не просто так правильную позицию в воротах занял Вячеслав. Покинул мяч. Пределы поля полностью пересек линию. Арбитр находился как раз на ней. Пучков без труда уходит от защитника. Если передача так же легко давалась. Пол. Спокойно, торопитесь.
Игроков, начинайте. Фу. Я на секунду дома ощутился. Что ты, Юрка, не понимаешь? Еще назад, пожалуйста. Виталий, ты с тобой, игрока. Ну что ж, довольно зрелищная получается игра в первом тайме. Единственное, чего не хватает, это забитых мячей. Вот здесь ошибаются. Хотя простую стенку задумали Пучков с партнером. Пучков. Удар. Пытался сейчас нападающий поймать вратаря на противоходе, не вышло. Вроде откройся, откройся, Постас, откройся. Хорошо, хорошо. В роли разыгрывающих очень уверенно себя чувствуют и Пучков, и Терентьев, и Куликов. Много остроумных футболистов в составе Тинькофф. А Пучкова здесь просто потеряли. Матч просто не будет, у нас сдвигается или мы что? Бремнёву не удается сразу подняться. Сейчас, ну что, потребуется ли помощь медицинских работников? Борец развернулся, пробил, но защитник все видел. Можно играть. Очень много падений за последнюю минуту первого тайма происходит. Тише, давайте, давайте, парни. 40 секунд, 40 секунд. Внимательно дома. Дома внимательно. Первый. Хорошо, Виталий. Дом, дом, сядь, подсядь. Хорошая стеночка от HSBC. Последние 10 секунд первого тайма. Черемухин, ну конечно, сразу вперед бросать. На остальное уже и времени не хватит. Немного прервемся, подождем, отдохнем и... Время! Я что-то залип. Второй тайм, 0-0, Тинькофф Банк и HSBC. Вот туда.
Тинькофф в желтой форме, HSBC в оранжевой. Первая 10-минутка порадовала любителей футбола тактического, оборонительного, довольно закрытого. Ну, а мы продолжаем все остальные. Мы ждем больше атак, ну вот таких, например. Потому что в первом тайме ударов по воротам практически не было. Борец, человек, который не так давно пересек отметку в 100 забитых мячей и готов был свой бомбардирский баланс пополнить. Вынужден отыгрывать назад Ремнев, и Черемухин снова бросает мяч вперед. Видят, что в росте игроки HSBC превосходят соперников. Почему бы не задействовать второй этаж? Простое число, которое... И дальний удар, HSBC помогает выйти вперед. Все-таки не обойдется игра без забитых мячей. 1-0, HSBC впереди. Самое тяжелое это понятие растяжимое, они там играют какие-то... Надо придумать такие там... Право на штрафной получает Тинькофф. Можно отыграться прямо сейчас. Борец и Ремнев в стенке. Ворота защищают и готовы сразу отпуститься в отбор. Черемухин успел опуститься практически на паркет для того, чтобы мяч отбить. Так, а ты давай попробуй. С тобой мы пока всасываем. Вернее, война. Да, ну пусть будет 93-й. Какой? 89-й. Терентьев установился раньше свистка, но показывает, что досталось ему по ногам. Ремнев пытается выяснить, все ли нормально у него самочувствие, а пока фол со стороны Тинькофф, очевидно. Получился удар Габарца, коснулся ли кто-то мяча или будет вот с линии поля. Надо и туда два литра сантиметра. Вот такое вверх.
Ну, да, 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 да. Три минуты 20 секунд и все больше становится личных единоборств. Виталий Лебран. Опасных моментов растет, но вот секунды тают. И у Тинькофф все меньше времени и шансов на то, чтобы отыграться. Ведь так удачно начали сегодняшний день. 4-0 обыграли Нордеа, из вечных соперников. Тайм-аут берет HSBC. Да. Судьями. Бля, в этом назойливый такой. А, сейчас. О, я не знаю. Да? 3 года сошелся. Продолжается игра после тайм-аута. Напомню, HSBC понадобилась пауза для отдыха и обдумывания дальнейших действий. Но они продолжают в счете вести. Аут здесь, пожалуйста, аут, ближе. Арбитр показывает точку, с которой нужно вводить мяч из аута. Пусть будет 28-й. 36-й. Черемухин вперед бросает для того, чтобы говорец зацепился за мяч и максимальное количество времени его подержал. Ну, как тут зацепишься, когда так плотно опекают. Ну, я тоже так думаю. Ну, 850-й, наверное. 88. Она ближе. Ну то 20 до конца. Ну да, шведы это были. А? Ну там по литературе было только трое. Так, то академик Сахаров и то есть там был. Последняя минута идет. Вратарь отлично на выходе играет. Вот Спартак Нальчик. Как действует форма этой команды? Пять России!
угловой HSBC. Нужно просто отыграть назад и потянуть время. Вся ставка на атаку и на победу HSBC. Борец высоковато. Здесь Пучков первый. Забил бы сейчас игрок, а оставшиеся 20 секунд стали исключительно формальностью. Куликов. Секунду Деньков, чтобы отыграться. Терентьев на подборе. Ну вот, не доходит до него передача. И вместе с ударом Пучкова звучит финальный свисток. 1-0.